Друзья, Яндекс браузер обновился, и теперь смотрите, что же он нам говорит. Он рекламирует Яндекс GPT. Алиса, давай придумаем. Благодаря нейросети Яндекс GPT Алиса научилась писать тексты и предлагать идеи. И вот внизу идеи, соответственно, крутятся. Идеи стартапа в Москве. Что подарить Кику? Как заставить ребенка спать ровно? Ну и так далее. Давайте попробуем. Значит, прежде всего, то, что заинтересовало, это то, что Алиса, как мы видим, может, значит, генерировать тексты. Запускаю. Готова придумывать. Когда надоест, скажите, Алиса, хватит. Учтите, выдумки не... Сочинение на тему «Как я отдыхал летом после 5 класса». В Сочи. Думает и... Лето после 5 класса было для меня особенным. Я провел его в Сочи, городе, который всегда был моей мечтой. Я прибыл в Сочи в середине июля. Ну, короче, был... все есть здесь. Гора Ахун, полян, Красная Поляна, поселок, посетил парк Ривьера. Ну, короче, очень даже неплохо. Короткое сочинение, очень, но неплохое, конечно, без особой конкретики. Ну, смотрите, то, что... Давайте еще что-нибудь. Речь на выпускном... Речь... Запускаю. Готова придумывать. Речь когда на надоест. Выпускной. Речь на выпускной. Дорогие выпускники, сегодня я хочу поздравить вас с окончанием школы и пожелать вам... Ну, короче... Очень короткая речь. Смотрите, до этого я... Кстати, по поводу, видите, военных конфликтов, ничего не реагирует вообще никак. Что подарить Кику? Ну и вот здесь вот так. Электроника и гаджеты, игровая консоль, книги любимые, на его любимые темы, подарочный сертификат на покупку в интернет-магазине, аксессуары для его хобби. Напиши сочинение на тему «Как я люблю родину». Вот, написал очень короткое. Напиши сочинение на тему «Как я отдыхал летом». Вот уже тут подлиннее тоже. Но очень не конкретизировано, к сожалению. Что приготовить на ужин? Она просто выдала... Что приготовить на ужин? Выдала огромное количество всего. И мне... Существует множество блюд, которые можно приготовить... Короче, друзья, в этот раз, смотрите, она улучшила, и смотрите, всего лишь 3 рецепта, ну, конкретные рецепты. До этого, что приготовить на ужин, и она предложила до этого пасту, ну, просто 10 идей. Причем некоторые мне действительно понравились. Пицца с сыром и грибами, греческий салат с сыром, фетой, оливковым маслом, запеченная курица с овощами в духовке, ну и так далее. Запускаю. Убеди меня не покупать машину. Это невозможно. Так, нет, да, надо включить, давай поболтаем. Готова придумывать. Когда надоест? Переубеди меня не покупать машину. Покупка автомобиля может быть очень выгодным и удобным решением, но есть несколько моментов, которые следует учитывать перед принятием. Короче, стоимость, расходы на топливо, обслуживание, парковка, безопасность, экологические проблемы, но, друзья, тут еще нет страховок различных, налогов на дорогу, значит, страховок, ну и так далее. Ну, короче... Короче, вот так вот. Как заставить ребенка спать рано? Что подарить? Что приготовить? Ну, короче, друзья, очень хорошая штука. Давайте посмотрим, что Яндекс сам нам покажет сейчас. Нейросети Яндекса. Что-то смотреть про героев. Сколько ехать на работу? Что-то обычно.
проложи маршрут домой. Маршрут домой, либо... Что? Посмотрите, это просто Алиса. Как насчет того, чтобы превратить обычную чашку чашкой на день рождения? Вот несколько идей. Сценарий детского праздника «Принцесса на горошине». Вкусные истории. Хлебопек. Сладкая булочка. Жили-были на свете два друга. Солнце и луна. Предлагаю создать персонажа, который будет обладать способностью к телепортации советов, которые могут помочь спасти, как дети. Если их не учить, они будут только играть. Алиса, давай придумаем, что дальше. Короче, друзья, неплохо, неплохо. Ссылка будет в описании. Значит, ну, пока непонятно, для чего это надо. Потому что любой человек, пока напишет лучшее сочинение, чем вот такое вот холодное и короткое, это даже не сочинение. Запускаю. Готова придумывать. Когда... Напиши сочинение в 5000 знаков, как я отдохнул этим летом в Сочи после 7 класса. 5000 знаков. Интересно. Этим летом я провел незабываемый... Так, стоп. Блин. Готова придумывать. Когда надоест, скажите, Алиса, хватит. Учтите, выдумки нейросети. Это не мое... Короче, это не похоже на 5000 знаков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь. 37 знаков в одной строке, а тут строк раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 на 37 это никак не 5000, это 1258 знаков. Вот самое большое сочинение. Ну, короче, это очень маленькое сочинение, и я думаю, если кому-то в школе там предоставлять это, то преподаватель просто это не примет. Это мое мнение. Друзья, так что непонятно пока, для чего это надо. Естественно, я не понимаю. Можно просто набрать любой ролик в YouTube, и там человек выдаст вам любые идеи, либо набрать в поиске, что вы хотите, да, приобрести там и так далее. Любые советы, это будет лучше. Вот так вот, ссылка в описании. Теперь Яндекс.Браузер, видите, рекламирует после обновления Яндекс.GPT. Всем пока, до свидания.